Итак, всем приветики. Это видео о том, что делать, если вдруг вам заблокировали ваш ролик за нарушение авторских прав. И те, кто переходит на него, будут видеть примерно вот такую картину, что видео недоступно в целях соблюдения авторских прав. И на видео указано, что оно заблокировано во всех странах. Перейдя по этой ссылке, можно будет увидеть, что именно из-за этой вот композиции, которая длилась всего лишь 17 секунд, видео заблокировано во всех странах. Удалить я пробовал. Ничего из этого не вышло. Пишет то, что удалить из видео аудиофрагменты, с которыми связаны заявки, не удалось. Либо верните исходную, которая также будет заблокирована, либо просто отключите звук, и тогда все разблокируется. Но я не хочу отключать звук во всем, на всей дорожке, поэтому я просто закрою каким-то аудиофрагментом именно тот момент, когда у нас есть нарушение с 12.30 до 12.13 до 12.30. То есть выбираем не лучшие композиции, потому что их здесь мало, а все. Дальше ищем что-то такое большое, потому что если добавить маленькое, то не будет возможности изменять размер этого аудиотрека. Длительность ставим побольше, ну, от 5 и выше. И выбираем что-нибудь подлиннее, потому что если выбрать что-нибудь минут в 5, то не будет возможности изменять, ну, как бы позицию и начало и конец. Вот, по-моему, Inner Light. Добавить видео. И где-то вот, ну, благодаря этому есть теперь возможность перемещать его. А если оно будет маленьким, то нельзя будет схватиться за трек. Вот в чем дело. Так, что-то у меня тут непонятное творится. И видно вот конец, как бы, который можно переместить, и начало, которое тоже можно изменить, как бы. Начало и конец композиции можно передвинуть, и саму композицию можно передвинуть. А если она будет маленькая, она появится в самом начале, то есть где-то здесь, и нельзя будет ее передвинуть. И даже изменить, ну, изменять там не из чего будет начало и конец, потому что она слишком маленькая будет. А вот в длинной есть такая возможность, чтобы изменить начало и конец. Вот, и примерно где-то оно у меня начинается в 12.30. Мне тоже надо выставить на 12.30 примерно хотя бы. 12.40, 12.20, нет, не то. 12.00 с чем-то, ну вот пойдет. Это начало, а конец. Конец поставить на 12, мне надо 30. Нет, это уже много. Вообще никак не могу поймать. Вот это вот маленькая полосочка. Вот 12.40 хотя бы пойдет. Начало 12.00 с чем-то, а конец 12.40. То есть оно перекрывает вот это вот время и как раз замутит этот самый момент, из-за которого все проблемы возникли. Теперь можно нажать «Сохранить изменения». Во время обработки изменений будет видна исходная версия. Но когда изменения произойдут, то тогда уже будет показана новая версия. И получается, вот оно отображает, что идет отработка, обработка, вернее. И примерно через часов, может быть, даже 10, ну, YouTube он медленно обрабатывает. Я в прошлый раз, когда удалял, она вот предложила стандартно, типа, удалить. Сутки, наверное, прошли. Я еще вчера нажал удалить. И только сегодня она мне сказала, что удалить не получилось. То есть времени может пройти очень много, но в итоге, по идее, когда оно закончит обработку, будет виден уже измененный вариант. И, соответственно, в том моменте, где было нарушение, будет уже наш трек, который мы поставили, и он перекроет эту музыку, и все, это ограничение как бы снимется, и все. Потому что
Оно будет перекрыто другим треком, который взят из бесплатной библиотеки YouTube и, соответственно, никаких нарушений не имеет. Вот. Ну, спустя, я подожду спустя какое-то время. Сейчас я остановлю запись. А когда пройдет время обработки, я покажу, что все нормально. Поэтому сейчас я ставлю паузу, а потом продолжу. И вот, спустя 4 месяца я решил сделать продолжение. Дело в том, что, как вы видите, изменилось время. Было 12:13, 12:30, а стало 12:50, 13:07. Дело в том, что после завершения эфира видео, которое попало на сайт, не сразу обрабатывается, а через какое-то время. И вот как раз-таки, когда я наложил звук в прошлый раз, на следующий день, когда оно завершило обработку, оно как раз-таки обработку, ну, добавление звука, оно как раз-таки завершило обработку видео, и время переместилось. И в итоге тот фрагмент, он уже не попадал на это время и, соответственно, не закрывал эту вот запись. И поэтому у меня также осталась эта же заявка о нарушении авторских прав. И я решил, что надо переснять, но решил, что не буду я пока этого делать. Потом, и в итоге это потом длилось 4 месяца, и в итоге сейчас я решил, что все-таки надо как-то завершить это все. И в итоге сейчас я это сделаю. Переходим обратно на вкладку аудио. Уже точно все завершилось, мне нужно просто наложить звук. Опять-таки выбираем все композиции. Длительность 5 минут. Находим наш inner light, я тогда выбрал поп. Я уже знаю, где он лежит, поэтому мне нужно просто перейти в то место. Вот. Дойти до 12:50 там было. Кстати, это не просто словить момент, но его словить можно. Вот, 12:50. На 12:50 мы встали. И на 13:07 надо закончить. Вот, идеально. Теперь сохранить изменения. Да. Ну и вот пошла обработка. Кстати, я только сейчас заметил касочка. Блин, что я тут только не написал, чушь всякой. Вот, ну а завтра, когда она закончится, этого уже здесь не будет, потому что уже время точно, и мы как раз именно так, как надо, наложили звук. В прошлый раз мы немножко раньше наложили, немножко позже закончили. А сейчас идеально так получилось. Именно то время, 12:50, 13:07, вообще идеально получилось. И вот завтра, когда обработка закончится, здесь уже этого не будет. Будет только одно единственное, вот это вот. Но это не страшно, потому что оно не блокирует, оно просто монетизирует. А вот это реально блокирует. Поэтому завтра, когда закончится обработка, у нас будет только одно. Вот это вот первое. Вот. И завтра уже продолжим. Ну и вот настал следующий день. И как мы видим, обработка завершилась. И пропали все заявки на авторские права. И это странно, потому что хотя бы одна должна была остаться, потому что у меня было две заявки. Одна на второй минуте на монетизацию, вторая на 12 на блокировку. На 12 мы заменили. Блокировка должна была сняться во всех странах, которая была. Но остаться заявка на монетизацию. Но почему-то пропали две. И это странно. Я проверял. На второй минуте музыка как была, она так и осталась. Я ее, естественно, включать не буду, потому что раз была заявка, то если ее включить снова, то она снова придет. Только уже на это видео. И поэтому я не буду включать, но она там есть, я проверял. А эта музыка, которую мы добавили, она тоже здесь есть, и вот ее даже можно прослушать.
Ну вот, то есть слышна была музыка изначальная, которая была, и потом наша уже. То есть мы заменили здесь музыку, и теперь та заявка пропала, но вместе с ней снялась почему-то и вторая. Я не знаю почему, но работает, как видите, все работает. Поэтому если у вас такая же проблема, что у вас есть какие-то нарушения авторских прав, вы можете перейти на вкладку аудио. Ну, вам нужно просто нажать кнопку «Изменить», вас перекинет на такую вот страничку. Здесь есть много разных возможностей настройки вашего видео. И в нем вам нужно перейти вот на вкладочку «Аудио» и просто заменить на тех моментах, на которых у вас есть заявки на авторские права, ту музыку, которая там играет, на бесплатную. То есть выбрать какую-то из композиций, вставить на тот момент, где у вас есть заявка, оно ее нажать «Сохранить», оно ее обработает, видео добавит туда этот звук, который вы вставили, и все, это уже будет бесплатный звук. Естественно, в тот момент, который вы его добавили, уже ничего не будет слышно, ни голоса, ни музыки, только эта музыка, но зато заявка на нарушение будет снята, и таким образом вы сможете, вот как я, убрать вообще полностью все нарушения. Хотя я планировал только одно снять, но у меня снялось два. Но можно было бы и два, тогда нужно было бы вставить трек подлиннее, который перекрыл бы две заявки. Вот, ну, как получилось, так получилось, так даже и лучше. Вот как-то так. На этом все, всем покедова.